Ну что ж, уважаемые зрители, видео ответ-вопрос. Точнее, ответ на вопрос. Меня попросили измерить вес затворов разных пистолетов. Ну вот я нашел 7 разных пистолетов и делаю видео. Заодно вот, смотрите, сколько раз забранных пистолетов на столе? Те самые 7. Ну что, начнем. СИГ-226 40-го калибра. Затвор 380 грамм, 381 грамм. ЧЗ СП-01, стандартный затвор, 338 грамм. Heckler Koch USP 45-го калибра, затвор 393 грамма. Вальтер ППК М2, морская версия. Затвор 325 грамм. Пистолет Макарова, болгарский. Затвор 284 грамма. ЧЗ-82, чешский. Затвор 263 грамма. Беретта 92А1, итальянский, не американская версия. Затвор 348 грамм. Вот так вот. Надеюсь, что это ответит на вопрос. А я, может быть, еще и сделаю сборку-разборку этих 7 пистолетов, раз они у меня все равно на столе. Спасибо за внимание. Это был ответ на вопрос.